Так, вот мы едем. Вот, ой, а я справа сижу почему-то. Почему? Потому что мама у нас... Мама рулит. А Никита сейчас расстегивается. Вот, Никита там сзади. А зачем? Никита не расстегивается. Нет, он не расстегивается. Никита, как у тебя дела? Скажи. Хорошо. Как ты едешь? Хорошо. Дорога ровная, отличная дорога. Дорогу сделали. Маша, мне не нравится. Все, вошла. Все. Никита кормит индюков. Что-то не все курки шут. А сейчас и тем курам. Больно делают. Вот, Никита кормит индюшек. Мы сегодня снимаем, как Никита кормит живность. Индюков, кур. Сейчас свинок кормил, да, Никита? Пошли к гусям. Вон, гуси какие белые, красивые, да? А чем их кормить? Ну, они сами травку щиплют, их ничем не надо кормить. Вот, смотри. Они не... Потихонечку только. Потихонечку. Никита подходит к гусям. Ну да, да. Идем к речке сходим. Конечно, они сами весь день гуляют. Вот овечка. Слушай, она запуталась, овечка-то. Она запуталась.
Ее как-то освободить надо. Вокруг шланга, ничего себе. Они вон едят сами гуси, видишь? Сейчас овечку освободили. Ну вот, сейчас мы ее освободили, пусть бегает. Я говорю. Боится маленькая, даже сильнее. Можно я к маленькой купить? Ну боятся, потому что ты человек, они человека боятся. Вот к этой, вот она к тебе подошла. Руку, да, ей такая. Сейчас лежит. Она почему? А подходи, она уже туда же не убежит, ей мешает цепь. Вот так, во. Погладь. Встреча состоялась, да? Все, ну пусть, ладно. Пойдем. Ладно. Ну зато погладили. Да. Вот сейчас мы ее освободили, пусть бегает. Че, плюется, что ли? Смотри, как языком делает. Смотри, чешется. Овца, видишь, овца нам потом. Шерсти много будет.